И снова здравствуйте, всем привет. Итак, ищу, значит, нейросеть, которая поможет аниматики как-то переработать и посмотреть, что получится, да, какой-то стиль там получше или улучшится какая-то картинка. Вот нашел такую, значит, нейросеть. Давайте попробуем что-нибудь тут сделать. Так, значит, закидываем вот такой вот ролик, это где они болтают, да? И попробуем все это дело переделать. Так, что тут у нас есть? Так. Предустановка. Давайте посмотрим предустановку. Так. Где она тут? Так, подсказки, изображение. Вот она. Предустановка. И значит Android, потом, ну вот этот, так, это раскадровка. Здесь у нас, значит, ISO. Вот я пробовал сейчас ISO сделать. Зеленый цвет. Что тут? В принципе, ничего тут такого большого интересного нет. Под Digital. Иллюстрация. Фантастика. А ну-ка, фантастику посмотрим. Так, и значит стиль, сила стиля, давайте прям поменьше сделаем, ну, чтобы больше как бы должно остаться моего, да. Вы знаете, как работают настройки, стили предварительного просмотра. Ну, давайте создание видео посмотрим, что получится. Так, вот такая получилась, значит, вариация. И что-то во, ну вот это уже поболее такого, да. А ну-ка, ну мало делает секунд, не видно, значит, персонажа вот этого. Так, ну давайте попробую это все дело скачать. Ну, пока вот такая, значит, штука. Ну так ничего, смотрится и шкаф, и панели, и лампа прям по-другому смотрится. Хорошочка. Но вот единственное, насколько это не видно вот этих персонажей. Так, а время тут сколько стоит или есть оно тут вообще? Очень мало, значит, времени делает. И вот она уходит, уходит, уходит. Самого персонажа там не видно. Ну, зато вот помещение прям шикардос, да? Так. Ну, давайте сбросим еще вот эту штуку. И попробуем, значит, еще раз вот это видео закинуть. И видео, видите, что оно долгое, а там оно, значит, сильно укорочено. Давайте посмотрим, что получилось хоть. Так, вот персонажа не видно. И, короче, обработка очень короткая, да? Ну, давайте еще какой-нибудь посмотрим. Так. Так, возможно, давайте я сейчас обрежу этот ролик, чтобы хотя бы персонажа увидеть, как он сделает. Итак, значит, обрезка прошла. Давайте это все сбросим. Добавим новый файл. Так, где он тут у меня находится? Вот так вот. Так, посмотрим предустановку и какой-нибудь стиль. А ну-ка, иллюстрация. И стиль такой поменьше прямо. А ну-ка. На шестерочку. Не знаю, сколько у меня тут сейчас осталось. Получается 125, как говорят, этих бонусы, или как они тут называются. И за каждую секунду снимается, так понял, что один бонус. Но это бесплатная вот эта штука. Если там заплатить,
то там уже можно пользоваться будет нормально. Но вот вопрос, нужно ли это дело платить, чтобы вот это вот потом делать. Там оплата на год выходит. Сейчас вот сделается, посмотрю, что получится. Значит, это с одной стороны, все вот эти вот аниматики, если бы переработать, возможно, это выглядело бы шикарно. Но это опять надо искать еще какую-нибудь нейронку. Ну вот видите, да, вариант какой есть. Там лица вообще не видно. Здесь уже не мужик, а какая-то баба сидит. Ну давайте тоже сохраним. Так, что еще тут есть? Значит так. Сброс. Выберем вот эту вот картинку. Опять предустановка. Посмотрим так. Давайте вот этот вариант. И еще поменьше прям сделаем стиль. Ну, использовать троечку. Ну, вот такой еще, значит, вариант. Здесь уже хоть лица. Вот анимации, значит, разговора нет. Какая-то мыша там бегает. Ну, давайте этот тоже сохраню, выложу потом в группе. Кому интересно будет поглядеть. Так, еще что тут? Давайте пса вот этого выберем. Так, а ну-ка это сбросить. Опять же вот эту штуку кидаем. Предустановка. Вот этого пса посмотрим. Так, это значит еще поменьше. Создание стиля. Так, ну тут уже за место, значит, персонажей. Вот такие собаки. И, в принципе, как таковой анимации нет, да? А, есть. Угу. Ну, давайте эту скачаем. Так, теперь сбросить и попробуем еще какую-нибудь, которая именно хочу оставить вот этих всех персонажей, но чуть-чуть это все дело как бы улучшить, да? Посмотрим, предустановка, что тут еще есть? Раскадровка, а ну-ка. Поменьше ставим стилизацию. Так, так, вес, стиль веса, стиль, структурная согласованность какая-то. Согласованность кадров. Ну, так. План модернизации. Так, влияет только на фон. Сравнить вайп. Влияет только на передний план. Ну, давайте вот только фон попробуем сейчас переделать, да? Ну, шиздец, как говорится. Не, это не то. А ну-ка, сброс. Еще что-нибудь попробуем. Так, а ну-ка, предустановка. Тут собаки, тут, значит, яркое. И все какое-то. Тут зелено-металлические. А ну-ка, давайте попробуем металлические. И дополнение. Стиль веса. Прям поменьше. Структурная согласованность. Давайте прям повыше, да? Согласованность кадров. Так, прям повыше. И поставим. Так, а ну-ка закройся. Влияние только на фон. Давайте фон поменяем. Так, ну тут вообще Алис Гуд. Даже сохранять я эту гадость не хочу. Так, а ну-ка. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Ну вот, видео к видео я делал, так. Удалить фон. Так,
Преобразование текста, изображение к изображению. Преобразовать текста в речь. Так, а ну-ка, давайте вот я попробуем. А ну-ка, загрузить сюда. Все, видео сюда не загружается. Назад. Только картинки. Ну, преобразование текста. Что тут еще? Часы для подиума. Активы. Не активы. Короче, рабочий процесс ген. А ну-ка. Что тут еще есть? Ну, короче, неинтересно. Не тот результат, который бы я хотел, значит. Давайте вот это попробуем. Что тут? В ген 2. Простая в использовании модель преобразования текста в видео, которая позволяет создавать все, что вы только можете себе представить. Ну, давайте попробуем, значит. И я пока не могу помочь вам улучшить, потому что еще не знаю, что это такое. Перетащите изображение в начало видео. Опа-на, как, куда? Изображение плюс описание. Генерировать. Так, а ну-ка, назад. Что-то пошло, как говорится, не так, да? Так, бесплатный предварительный просмотр. Видео, опять же, нельзя загрузить. Так, ну давайте загрузить файл. Рабочий стол. И, значит, вот картинку. Так. Генерировать. Посмотрим, а что он тут сгенерировал-то. Видео поколение 2 написано. И что тут? Февраля. Угу. О, ну это еще как бы да. Вот это еще по картинке нормально будет, да? Так, а ну-ка, если генерировать полностью, ну, фейс лица у него нормальный сенс. Давайте еще одну какую-нибудь попробуем. Так, еще одну так картинку загрузим. Давайте вот где они на лошадях. Так, понятно. Ждем, смотрим.
Ну, качество, конечно, получше, но персонажи что-то не те уже. Так. Что у нас тут такое? Горизонт. Уменьшим. Вертикаль. Уменьшим. Близость. Отдалим. Окружающие. Так, это вот так. И что? А, сохранять нельзя, наверное, да? Так, а ну-ка, ну ладно. Ну, где-то так, а ну-ка. Так, движение камеры. Панорамирование и, значит, наклон. Чуть уменьшить, масштабирование чуть уменьшить и рулон при... А, во. Так, да? Горизонтальное, вертикальное. Так, это сюда, а это сюда. А ну-ка. Ну чё, в принципе, прикольно. Ну, опять же, не то, что хотелось бы, да? Так, а ну-ка, давайте еще какой-нибудь попробуем. Ну, посмотрим, что у нас с индейцем. Так, смотрим, что получилось. Лица меняются, короче, не то, не то, не то. Если кто-то переделал, значит, видео с помощью нейросетей, напишите, можно, может, тут этот аниматроник можно как-то прогнать через нейронку и посмотреть, возможно, там будет что-то прикольное с него может получиться. Вот такая информация. Все, всем пока, до свидания. А это как бы и меня тут засандалил, как бы на меня похож. О, дают. Все, всем пока, до свидания.